Да взрывалось. Знаете, как это взрывалось так? Возгорание, рассказывают жители, предшествовало громкий хлопок. После этого в квартирах погас свет и отключились электроприборы. Люди вышли на лестничную клетку и обомлели. Щитовая искрила, как новогодний фейерверк. Женщины вот эти повыскакивали вот так вот. Укрылись. Ну как укрылись, чтобы не задохнуться? Черный дым валил, дым-то кверху пошел. Несколько лет назад этот электрощиток также горел из-за старой проводки, утверждают жильцы. И добавляют, если бы тогда энергетики отремонтировали все как надо, ситуация бы не повторилась. 4-5 где-то. Вот. И залило. Щиток горел тут. И вот они провода кучки вытащили туда. Вот, кучу. И все. Сами электрики уверенно заявили, сделаем все как следует. Причины пока не знаю. Сейчас комиссия приедет, у нас руководство. Ну, как бы разберется, в чем причина была. А так пожарные дознаватели работают. Сейчас будут восстанавливать, сейчас приедут службы специально, будут делать. Ну что они будут делать конкретно? Как? Ремонт, что? Восстанавливать, да. Все менять полностью. Сколько времени займут восстановительные работы, энергетики сообщить затруднились. Только после этого можно будет подать электричество в квартиры. Татьяна Каранаева, Василий Киселев, эфир 24.